На сегодняшний день в условиях изменения законодательства о военной службе все студенты фактически имеют право на одну отсрочку для получения образования. Соответственно, после окончания университета все, кто годен к военной службе, будут призваны в армию и только потом смогут продолжить свое обучение в магистратуре и аспирантуре. В связи с этим, скажите, пожалуйста, как вы считаете, для тех, кто получит высшее образование, они могут ли они призываться к службе в армии и также к службе по контракту по своим профессиональным навыкам? Например, как есть у нас пример IT-рота, та же и так далее. Это надо сделать. Если он профессионал, да, IT-шную роту мы создавали, хорошие ребята служат, они нам очень нужны, военные такие. Ну, вы, наверное, заметили, я и ставку сейчас делаю больше на ребят, которые и в армии послужили, знают эту службу, и офицеры, надежные ребята. Ну, допустим, он не айтишник, а по профессии другой какой-то, но в армии нужный. Ну, а почему бы нет? Что у нас там, медицины нет в армии? Есть. Правильно он говорит, и пусть они по своей специальности служат там, по контракту, а может быть и останутся. Поэтому очень правильный вопрос, я его запомнил, и нам надо поручить Министерству обороны, чтобы они внесли мне предложение на сей счет. Это очень правильный вопрос. Спасибо большое. Спасибо за него.